А задумывались ли вы, какую максимальную горизонтальную скорость можно развить в террарии? Бахнем зельку скорости, оденем все нужные аксы и броню и побежим по асфальту. Но, к сожалению, даже использование маунтов даст результат повыше. А вот катание по рельсам на хорошей вагонетке поможет развить скорость аж в 120 км в час. Зато метод Хойка, который официально признали фичей и оставили в 1.4, хоть и запарный в строительстве, но даст ему разогнаться до 0 км в час. На самом деле она равняется примерно 350, но из-за того, что мы не двигаемся, а просто лагаем в блоках, она не учитывается секундомером. Но и это не предел, ведь в Calamity моде есть один аксессуар, который падает в хард моде с Dungeon Cure. И эта штука в слоте аксессуаров помогает вам достигать рекордных 2000 км в час. Осторожней с этой штукой, ведь стерка может и крашнуться.